Дорогие друзья, сегодня рано утром на телевидении известный наш любимый российский телеведущий Андрей Малахов сообщил печальную новость. Родственники известной советской российской актрисы Светланы Немоляевой сообщили о ее госпитализации. В 4:30 утра Светлана Немоляева оказалась в больнице. Скорая забрала ее прямо из дому. Сейчас мы узнали, что с ней все хорошо, медики уже заботятся о ее здоровье, но более подробной информации пока еще нету. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрите наши новости. Мало кто нас любит, мало кто нас ценит. Мы говорим всегда только правду. Только у нас проверенная информация о звездах шоу-бизнеса. До скорой встреч, берегите себя, своих родных и близких, друзья.